Бывало ли у вас такое, что мысли вы гоняете по кругу, и ситуация никак не может решиться без поддержки и советов друга? Я не даю совет, как поступать. Я лишь читаю стих, а вам решать его, как понимать. Не ускоряй ты ход событий, замри и выжидай. Возможно, там ты то увидишь, что и не ожидал. Не ускоряй ты ход событий, замри и выжидай. Возможно, там ты то увидишь, что и не ожидал.